Здравствуйте, дорогие друзья! Вот какая история произошла со мной среди недели. Вдруг посреди недели мне дали выходные, и я сказал: ребята, поеду я в Россию. Там ждет меня работа, много вдохновения. Пусть будет то суббота или даже воскресенье. Поеду на гастроли, я радостно подумал. Сыграю там все роли, которые задумал. Поеду на работу и посмотрю на звезды. Возможно, превращу я в реальность детства грезы. Ну а потом вернусь я к фанатам, к микрофону и стану я счастливым, любимым и влюбленным. Спасибо. Надеюсь, и вас ждет удача в наступающем году. Пусть он будет хорошим.